Работает, интересно. Как он выживает-то? Кто сюда ходит? Тут как-то на Чехова. Тут же как-то непроходное место для народа. Когда-то, да, когда он тут рынок был. Когда здесь шарм арендуют в редакции парикмахерская Олимпия. Ну вот здесь, наверное, люди знают, потому что здесь товары для рукоделия на любителя. А вот это вот все портит вид весь. Это же алерон не подберет, да? Он же не подбирает такой мусор, он только ему в пакетиках. Значит, это должны убирать другие. Завтра Троица. Уж да. Как быстро время летит.